Казанском юридическом институте МВД России состоялась международная научно-практическая конференция «Противодействие преступности в условиях информационной глобализации». С докладом выступил выпускник юридического факультета, а ныне ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Глобализация информационных процессов открыла новые впечатляющие возможности для прогрессивного развития человечества. Одновременно с этим возникает ряд качественно новых глобальных проблем. Прежде всего, это касается киберпреступности. В своем докладе ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин подчеркнул, что в 2023 году IT-технологии стали использовать в качестве информационного оружия. Также Ленар Сафин отметил, что должно быть усилено взаимодействие и координация правоохранительных служб, специальных служб, а также судебная система. Профилактика и сдерживание подобного рода преступлений – комплексная проблема, где современное законодательство должно соответствовать всем требованиям, предъявленным современным уровнем развития технологий. Отметим, что у студентов была возможность посетить международную научно-практическую конференцию как очно, так и в формате онлайн. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.